Соблюдать правила дорожного движения – это жизненная необходимость. Об этом говорят цифры статистики. Так, с начала этого года на территории нашего района произошло 160 дорожно-транспортных происшествий, в которых 28 человек погибло. 205 получили травмы различной степени тяжести. Одна из последних аварий произошла 27 октября. У груженного КАМАЗа с прицепом, двигавшегося по Маевскому шоссе, оторвалось колесо. Не справившись с управлением грузовой автомашины, водитель не вписался в поворот и въехал на клумбу. К счастью, в этот момент на кольце не было машин, и дорожно-транспортное происшествие обошлось без серьезных последствий. Будьте внимательны на дорогах, соблюдайте правила дорожного движения, это сохранит вам жизнь.